Привет всем! Приехали на речку на Крещен. Всем привет! Сегодня Паша, Максим и Слава качает лодку. Слава, поздоровайся с ребятами. Это те, кто были до начала рыбалки. И Артем с Гавриловичем. Вот такой здесь спуск крутой. Сейчас поплывем за щукой. Короче, порыбачили мы в Козловке, да, Паш? На трех лодках проплавали. Вниз, вверх по течению. Но народу много. И все там ловят карася в корягах. А мы приехали за щукой. Сергей поймал, Гаврилович, две небольших. Домой вернулись. Настроили удочки на карася. И поехали на Свистунова, на речку. Вот сидим, только что приехали. Сошел карась, вот поклевка опять. Вот она поклевочка. Так. Давай. Чё ты? Всё, что ли? И чё, на камеру даже не поймаешься? Карасик. Ну это небольшой, но приятно. Да. Даже два. Окунь забрал еще. Вот этот хороший. Ну да. Только закинул. И окунь засекся. Вот рыбачим без всяких кормушек. В это время осенью карась активный. Кормушками больше время теряешь. И так каждый год без кормушек. К тому берегу кидаешь и ловишь. Думаю, удочка только мешаться будет. Чебака тут что-то нету. Отвлекает удочка. Тянешь кот? Подвязочка. Маленький, да? Совсем маленький. Берем? Я не знаю, у меня кот не будет его есть. Давай.
Ёрш на кукурузу. Тихо. Тихо. Не, он там. Поплавок бесится. Наверное, да. Ух ты, ты видал, что он сделал? Он просто утонул. Красавчик. Вот оно. Он поменьше. Ну как ты? Как настроение поднялось? Великолепно. Великолепно просто. Паша говорит, просто великолепно. Кидай прям ведро. Давай. Оп! Вот она, пошла тема. Ёрш с травой. Все, короче, ёрш нам всю мазу пообломал. Клевать не дает. Карасю. Еще минут 10, и домой поедем. Клещ. Вроде осень. Че, где резкость-то? Короче, вот он. Ай, улетел. Против штаны мне улетел. В общем, итог сегодняшней рыбалки. Утром встали, ко мне приехал Паша с Новосибирска с друзьями. Мы поехали в район, в Чановский район, в Козловку. С самого утра. На щуку была цель. Хотя знали, что щука не ловится. Мы туда поехали, съездили, поплавали там. Народу много. Но все сидят там с лодки, рыбачат в корягах на карася. Интересная штука такая. Ни раз такого не видел. Можно из берега половить его, в принципе, карася. В корягах стоит там карась. В общем, со три мы там поплавали. Ни одного тычка я там не увидел. Щучьего. Приехали домой. Перенастроили удочки. Спиннинги сделали на донку. Ну и поехали на пару часиков на карася на речку. Ну, три карася. Часа полтора сидели. И все. И больше он не клевал. Ёрш начал доставать. Вот. Собираемся ехать домой. АБВГД Ёрш? Да. Ну такие бы клевали карасики, конечно, неплохо было на речке. Штук 10 и все. Ну. И ведро. Ну все. Всем пока. Всем пока. До новых встреч. Ну, в этом году рыбалка плохая. Вы это уже поняли по моим видео. Видео хороших не было. Ну, ничего не сделаешь. Бывает и так. Может быть, еще будет. Поеду я еще съезжу на сазана в сентябре. В сентябре он клюет хорошо. Надеюсь, будет завершенное летнее видео с сазанами. Всем пока.